Приветствуем, друзья! Привет, привет! Продолжаем покатульки в Diablo 3 в пятом сезоне. Так, опять втроем. Чё? Все еще втроем? Ну да, все еще втроем. Чё, дальше не в полемке мучаем или этот? А, уже открыли? Давай, не в полемку помучим, а потом повели. Да, кстати, давай сейчас не в полемку закроем и пойдем в ВПшек немножко форманем. Да, ВПшек. Штурмового зверя можно убить, пожалуйста? Да, кстати, вот. Нефалемку, потом штурм зверя. Мы все-таки эти задачки выполняем. Долго разбирать. Я должен за вами просто бежать и лутать все. Потом все супер крутяшки. Тебя обманули. Короче, на эти самые, на огненные дыхания не попадайтесь. Естественно. Фиг. Не, на самом деле сейчас все хорошо идет. Бодро все разлетается. Вот на эту хрень. Да, тоже лучше не подать. Бомбочки. Ну, я помню, как-то подставили. Что-то. Я как-то. Помню, заслакался, блин. Знаешь, так вылетает такая гадость и просто тупо ваншотает. Я снова в порядке. Так, синяки. Были. Я так просто проинформировал, если кто не заметил. Чё, синяки? Чего там было? Это... синие? Да, там были синие. Они просто появились... превратились в хрюшек и умерли сразу же. О, вот синий опять. И он меня почти убил. Чпоньк. А ты где, сзади? А. Ну-ка, покажи мне его. Ой, ой. Вообще будет взрыв. Ой. Ой. Валим дальше. Бодро, бодро. Да нифига не бодро, долго. Да не, нормально, бодро. Долго это вот когда до этого что-то там бегали, что-то там уныло так, знаешь, ковырялись. Сейчас нормально, он прям идет прогресс. Зажрался, что ли, а? Конечно. Да вообще. Кто в прошлом сезоне попрошайничал? Помогите там, спасите. Так, копье. Ну, какая-то странная шутка, потому что это был не я. Это был ты. Ты меня просил все. С тобой побегать. Я все помню. Чтобы тебе помочь, наверное. Я записываю. Мне не надо было помощь, у меня все было хорошо. Тогда не помню. Плохая у тебя память, однако. Ну, что делать? Трудное детство, часто роняли в дерево. Ну вот. Видишь, все сказалось. Переход. Чешем дальше. Блин, это гадский уровень, блин. Здесь мобов-то много особо не насобираешь. Кстати, на этом уровне, ну, Саня, вот то, что случилось, я тебе рассказывал. Ой, ой, больно. Вы постоянно с неба падает какая-нибудь гадость. Прям, знаешь, рефлекционно хочется уворачиваться и бежать оттуда. Ты просто Халк. Ну, вспоминаешь, кричит, то, что да? Это Халк творит такие тут гадости. О, 90-й. 90 мне уже! Зеленый. Блин, опять Блэкторн, гадость. Что за беспредел? Осененький. У меня тут желтенький.
был. Ой. Эк, собрали и сломали. Чё там, синий до сих пор? Не знаю, парочку убил. Я вот сейчас одного убил, вот, по-моему, последний, наверное, да? Угу. Так, пойдем влево сходим. Господи. Какая свинья вообще непроходная, она. Убил, ты сбился. Навигатор. Да, я понял, иду. Так, ой. Промахнулся чуть-чуть. Во, здесь кучка хорошая. Ай, только убивает больно. О. Чпоньк. Выпало, я даже за них не успел. Так, что у нас? А там вон, переход. Ну, тут что осталось? О, синие. Жирники какие-то собаки. Ой-ой-ой. Больно. Где он, гаденыш? Да где-то вот здесь. Угу. А, король? Да. Дамы и господа, нас посетил король. Да кончился твой король. Ага. Не тому королю ты служишь. Так, чё, валим отсюда? Ну, как-то расчистить шипов даром, то чтобы свалить-то. Ладно, ну, я получилось свалить. Это, закрываю или чё? Все собрали всё? Да. Ну, я собрал. Да. Так. Хватка вилки. Один удар, четыре дырки. Ага. Уменьшает затраты маны на использование умения зомби-берсерк. Чё-то как-то так себе, как 500-то. Грязеступы железной ноги. Скорость передвижения героя повышается на величину вплоть до 27% в зависимости от количества недостающего здоровья. Такое себе. Так, положить. Положить. Ну давай, Кадало, порадуй меня сапогами на. Положить. Так. Да, 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 мужики, мужики, да, да, ну пока. Чё? Нужные сапоги. А, чулки лута? Да. Чурки лута? Шас как буду прыгать-прыгать-то. Как идиот. Не, на самом деле, да, бодрые сапоги. Особо незаметные, но вот именно с этим сетом они вообще замечательны. Ай, ха! Халкович попрыгушка. Так, чё там, давайте этот, расчищайте сумки, да и этот, в великий пойдём. Великий как? На все деньги. Ну, посмотрим, как пойдёт. 37-й можно мучить. Кстати, да. А кто у нас до 37-го добрался? Или это из-за того, что мы... А, из-за того, что, может быть, мы на 8-м сезоне лазим? Я да, добрался. Хватит.
А, ты добрался? Ну и чё, куда идем? 37? Я не знаю, меня таскали там. А, тебя там таскали? Ну, блин, повышаем чел опять. 25-го и пошли. Ну давай, в принципе, будем повышать. С 25-го там, потом, так, улучшаю. 4 ляма 600 надо, у всех есть? Да. Улучшенный. Поехали. Там не обязательно всем улучшать, кто хочет, что-то улучшает. А, ну я просто не в курсе. Ну, у каждого галка. Не, ну я говорю, я просто не в курсе, если было этой фишки. К этому легко привыкнуть. Ну, как бы изи. Просто разлетаются. Я еще ни разу не пульнул на тебя. Да, у меня пинг подходит. Да, пинг. Сейчас похуляю. Возмездие! А в великом резать ведь можно, если что? Да, да, можно. Во всех можно. Там разлетается вообще просто в щепки. Эх. Не знаю, по идее в Диабле вот как раз таки то, что вот это вот бесконечное тут бегание и убивание мобов, наверное, как раз таки вот это тут и приятно, то что бегаешь там, знаешь, и всех расщепляешь. Ну иначе бы как бы игра теряла смысл там. Да, сюжетку прошел, побегал. Там, не знаю, ну, и все. Как StarCraft, там полдня поиграл, и все, и все кончилось. Ну да. Компания прошел, и все. Не, как бы в StarCraft есть свои любители, которые... Полные мужики, ну, побежали! ...ПВПшат, но это такое. Допустим, меня не особо прикалывает это. Как бы у каждого свое. Узрите мой гнев. Так. Да, блин, ты посмотри, какой запас времени. Когда-нибудь уже раз. Мне кажется, ли молнии дольше действовали у нас, чем обычно. Да не. Просто быстрее бежали. В принципе, да. Переход. Тут синий вообще. А. Тут синий. Чпоньк, чпоньк. Какие синие, Сань? Ну, видимо, я убил, пока вы выбирались. Ну, видимо, я немножко ослеп. Синего точно видел. Да, я когда вылез, я уже видел сферки фиолетовые валялись. Так что долго выбирались. Раз пятый мы, конечно, пришли, знаешь, так, поглумиться просто, походу. 30-й можно свободно. Да, сейчас можно сразу через пятак прыгать. Там дальше смотрим. Если опять изи, еще через пятак можно достигнуть. Я так понимаю, что при нынешнем эквипе мы вот примерно должны сейчас на 40-м. Вот именно просто бегать, именно фармиться. Ну а дальше это уже как бы по обстоятельствам. На, я его один убил. Видели, видели. Крутяшка, чё сказать. Жопа, блин. Слишком мало ненависти. Такая гонка бешеная идет. Сань, помнишь анимешку One Punch Man? Ну, примерно как-то так, да? Да. Ну как-то... Это хоть кто был-то, я что-то не помню. Я, кстати, что-то тоже не особо обратил внимания.
Где так. Кто-то. Это был кто-то. Так, я, короче, наверное, достижателя покачаю пока что. До соточки его докачаю, чтобы прям баблишко фармить. А потом уже разберемся. Закрываю? Да, да, да. Халк? Да, закрываю. 4.18. Так. Че тут нам упало? Кто долго пробегли? Вот если все молодые рядом были, вообще было огонь, да? Интеллект, живучесть, зомби-берсерк, да. Легендарный амулет по прыгушке. Жал бросить. Ничего полезного. Чё? Ну-ка, всё. Чё там ржачного выбил? Во-во-во, куры, видишь, бегут. А, куры? Да-да-да, есть такая. Там лук, да, там? Кстати, эта курица, если я не ошибаюсь, там приличный урон имеет. Но, опять же, одиночка. Если выпускал хотя бы пачками их, знаешь, там, курятник целый. Чёрт, разбирайте, да это. Еще запускаем. Сейчас это пробуем повыше. Запускай. Эта вещь слишком дорогая, говорит. Там говна тебе напихала, кадал, блин. Ты чуть дорогая. Так, 30-й. Ну, по идее, 30-й сейчас тоже будет изи, потому что он соответствует истязанию 7. Давай сразу, наверное, 35-й, что ли, какой-нибудь. Да давай, по-моему, 30-й, как бы, успеем. Тем более, кстати, с нас сейчас за улучшение требуют уже 7 миллионов 400 тысяч. Есть? Да, да, есть. Да. Угу. Будь сильным и бесстрашным. Вот, уже пожирнее стали. Уже не этот не так сильно лопаются, то есть есть выжившие. Чунга-чанга, лесу живет. Так, куда нам? Наверх? И так кинул кинжальчик, знаешь, так, и в рассыпную, как гранату. Чпоньк. Я не хочу умирать. В курсе, что как слон в посудной лавке. Кстати, да, у него тактика сейчас примерно такая и есть. Узрите мой гнев. Просто скачет и скачет. Ко мне в гости не приходи, пока не отучишься от этой привычки. Ну как настоящий варвар хоть теперь. Варвар, который зашел в посудную лавку, чтобы купить хрустальную вазу. Где у вас тут хрустальная ваза? Посмотрите, вон на той полке. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Где какая полка? А полки-то уже и нету. Как собственные вазы. Как собственные вообще лавки уже. Ой, ой. Взрывали что? Да да, прям подо мной, блин. Раз падали вообще. Я сразу чит дес словил. Да, Чего говоришь, Халк? Санек, тебе хоть раз эти бутыльки-то падали? Ну, после того, как я тебе дал бутылек. Нет. А кстати, мне до сих пор тоже ни одного бутылька пока не падало.
У меня он один, два упало, и он с Энком поделился. Ну как бы так. Ну, не страшно. Упадет так хорошо, не упадет, так ладно. А, нас предали. Не критично. Ах ты ж гад, ты прыгать умеешь. Варвары не пользуются лестницей. Ага. В посудных лавках. Тем более посудных. Ты еще скажи, что они ложками, вилками не пользуются. И туалетной бумагой тоже. Давайте начнем с того, что это. Варвары используют вместо туалетной бумаги подручные средства. Топор, да? Топор. Топор, меч. Вон, видишь, какая лопата, блин, специально в туалет ходить. Жопу отрастил теперь. Лопата вообще. Соскребает прям так, знаешь. Ой, ой. Блин, взрывнов много, собака. Радиус у них какой-то слишком большой. Блин, мне так нравится, как он прыгает, блин, вообще. Не, говорю, сет веселый. Мне нужна помощь, ребята. Меня взорвали. Говнецо. Ом. Блин, реально не успеваю выбежать. Если был в эпицентре, то... Да прибудет со мной сила. Так, чё, где? Куда? Ну, я не сюда. Там, да, не сюда. Ну, пусть там этот слон скачет дальше. Палка бросила. Нет, значит, как тебе нас бросать, а я уже наверху, это нормально, да? Ага. А его бросили, всё, трагедия. Лоп, прямо в сердце. О, соточка. На, короче, юбилейчик. Я тут это, стогодовалый старичок. Ой, мне нужна помощь, ребята, через дорогу перейти. Но мы же команда, каждый сам за себя. Да-да-да. Ой, блин. Не, слушай, взрывы, конечно, да, это... Кошмар, блин, термоядерный взрыв. Давайте на следующий уровень. Да, идем. Давно пора. Кстати, да, еще ключиков надо будет пофармить, вот что я думаю. Достойная награда. Причем надо будет так бодренько пофармиться как-нибудь, нафармить прям побольше реагентов, чтобы эти амулеты адского пламени-то покрафтить. Мне они как бы ни к чему. А? Мне они ни к чему вообще, если честно. Там... А. Ну, фиг знает. Как бы, ну, допустим, у меня есть сет прикольный, но все равно, то есть я буду переодеваться, скорее всего, тоже в этот, в легендарный. У тебя, не знаю, там, в рекорде-то что, есть что, нет, что? Да и вообще, посмотреть, ради интереса, в чем ходят топовые барбики. Там рекорд сейчас, на 81-м портале рекорд. Угу. Но его, в принципе, хорошо переделали, то есть, ну и как бы апнули чуть-чуть, но главная фишка то, что его переделали. Раньше рекорд не тащил с этими, с одиночными целями, то есть у него откат этого рывка был долгий. Сейчас, соответственно, они там поправку сделали в умении. Поправку на ветер. Зеленый арбалет от Натали, да? Да. Еще есть эти Донетта и, ну да, два арбалета из сета Донетты. У Натальи, знаешь, такой, он похож чем-то на кошку. Такие прям, четыре лапки у него торчат. Ну, Наталья это, по-моему, двуручная. Не-не, одноручный тоже. Одноручка тоже? Да, они все одноручные. Закрываю? Да. Угу. Теперь я еще лучше владею собой. Вообще. Экшонисто, экшонисто прям. Да, на это. Месть. Угу. Кстати, никому не нужен кувалда горнила в кубик. Горнила мне желательно бы. А, кстати, оно еще... Стой, подожди. А, нет, просто... На, забирай.
Я хотел сказать, оно еще и древнее прокнуло. Нет, не древнее. Блин. Я его, конечно, потом... Мне бы вот этот, если акт... Не, мне надо третий акт пробежаться, чтобы у меня все хорошо было. Древние плечи рекор. Так, а че, ну, горнил ты разве не в куб будешь закидывать? Я горнил-то буду в куб закидывать, а у меня реагента нету. Актовых, что ли? Да. А ты чё, эти, что ли, как легендарки зелёнку крафтил, что ли, у этого, у дурака? Ну, как бы... Не... Нет, ты чё? Ну, я просто это... я... У меня, во-первых, сейчас ушло все, я в куб пихал эти, как вот... А, ты чё-то пихал, понял. Я просто туда пока что пихаю только лишь то, что мне нужно. Основной пока просто копится. Да я как бы пихал то, что нужно, и то, что это. Ну, я понял. Так, а чё там в кубе? Так-то да, акты надо будет тоже фармить, чтобы вот побольше этих актовых реагентов было. Да, мне горнило как раз и нужно. Спасибо, Андрюх. Так. Сейчас мы идем этого, как его? 35-й, это... А, ну пошли штурмового зверя убьем. Да, чтобы о нем... штурмника в натуре бахнет. Блин, еще комплектный подземелье... Поедите, короче, а я к вам тэпнусь. Хорошо? Так, а где он, штурмовой зверь-то этот? Третий акт, там где-то после моста Корсики или какого-то там этого. Я сейчас просто последнее кольцо найду, которое мне нужно там. Мост Рак, а, нашел, чего-то да, там. Нашел. Райкири! Ракачикиток. Так, я побежал. Дайхацу. Три лоджи. Меня обижают. Оу! Блин, а с какого хрена? Или, блин, из-за того, что мы не в портале? Да у меня крит сейчас просто был на 9 миллиардов. Ну, 9 тысяч миллионов. 9... Я понял. Не, кстати, по идее от этого не зависит. Сложность. Даже... Это просто как прокнет. А тут даже от сложности не зависит. То есть он просто вот именно какие цифры может выдавить из себя, такие будет гнать. А где ты, кстати, это, числовые это, значения, что-то? Вот это, чтобы сокращенных не было. Да я понял, в настройках игры... сейчас, хал, погодь. А вот, длинные сообщения об уроне. Да-да-да. Вот галочку, собственно, там, то ли ставишь, то ли убираешь. И все. Кстати, где здесь штурмовый зверь? Ну что, нам идти по-хорошему, да по какому перехода? Там, скорее всего, куда-нибудь зайдем внутрь. Ну, опять... Ой, гоблин. А как... А, внутрь. Алчный. Конечно, он уже не шибко нужен. Алява, не, ну да, неплохо. Я имею в виду, что первое, что от него требовалось, это попасть в портал. Ну, это да. И теперь он уже потерял актуальность. Не, раньше вот до куба, конечно, да, тяжело было вот этот вот грёбаный, этот, как его, портал поймать. То есть, как бы от тебя ничего не зависит. То есть, тебе нужно просто вот, во-первых, иметь шанс встретить гоблина, во-вторых, иметь шанс, то, что он откроет портал тебе, блин. Крайне гадостно. Теперь хотя бы чё, блин, легендарки падают. Да, ну, я уже да. Жёстко. Тут вот, вот не сюда, не мостовой склад нужен. Не-не-не-не-не, до конца, до конца. Я просто, я не помню. Да, кстати, там, по-моему, в конце как раз-таки охраняет, типа, конец моста, что-то, что-то типа того. Ай, зараза! Чего? Блин.
Идет метание, блин, по этому мосту. Напрягают. Туда зайди, сюда зайди. Ну так, прикинь. Оно быстро бегает. Слышь, а вот здесь... Тут два прохода. Вот, по-моему, да, вот сюда, вот вроде как. Промоутер здесь. Да, 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 да. А, я боюсь. Идите нафиг. Слышь, он мне в лицо что-то прокричал, на. Че, они все сдохли? Нет, смотри, там что-то осталось. Все вроде как, ну-ка смотрим. Ну да, светимся, меня зачли. Ага. Так, а теперь давайте-ка вернемся в город. Сделаем логаут и выставим, что там, охота на ключников, да? А зачем? Где? Можно так заходить. А, то есть они все равно показываются, да? Да. Ой, отлично. Питание, ключи под контролем. А, мне всех ключников бахнуть теперь надо. Ну вот мне тоже. Я, чё я в недрах горы Ариад? Не знаю. Так, привычки, короче... Вот, я сейчас в колдее-то были. Это... Чешите в первый акт. Ну, собственно, эти там, где ключник. Да ты иди к ключнику, мы протанемся. Я понял. Я просто пока разбираю. Его, я так понимаю, надо как-то найти или что, чтобы стрелка-то появилась? Не, она сразу появится, если ты нету на локации. Ну, я на локацию вышел, стрелки нет. Да. Черепаха опять взбесился. Тогда, возможно, режим все-таки влияет. Давай, ради интереса, попробуем. Ну, сейчас я зайду тоже посмотрю. А, это где ты, да? Да, синяя стрелка. Ай, меня убили. Что-то я забрался глубоко. Давай, я тогда сейчас бегу в этот. Лугаут делайте все. Да, я вот бегу. Я сбежал. Так, Халк, ты сделал логаут, нет еще? Нет. Давай, делай. Пригласите меня в группу и все просто. Вернее, исключите из группы, а потом пригласите. Да, тебе не проще логаут сделать? Я в бою как бы был. Блин, как тебе нравится Линдон. Выхожу из игры, он такой: если там будет чем поживиться, я с тобой. Как? Настрой. Кто там лидер? Настройки меняйте. А, я лидер. Ну, бывает. А, это получается, надо сделать игру открытой, да, чтобы метку поставить. Походу. Так. Слушай, я тоже хочу собачку. Хранитель ключей, да? Да. Сохранить и закрыть. У меня тоже теперь собачка будет. А у меня живая собачка. Не понял, а тут что за прикол? Невозможно начать игру, так как вам недоступен уровень сложности Итязания 8. Не знаю. Чего? Может, из-за того, что Саня там еще в игре где-то. Халк, ты вышел из игры? Нет, я вышел. Просто пока он в игре был, я бы не мог зайти даже в настройки, там они были бы дизейблы. Ну-ка, еще раз попробуй. А, стой, подожди. Эта сложность станет доступна, когда один из ваших героев достигнет 70 уровня, а ваш уровень совершенствования достигнет 150 уровня. Ну, поставь меньше совершенствования. Просто. Я 7 поставил. А вот это забавно, никогда такой фигни не видел. Херали, мы сейчас на 8 так, а теперь Мэтхалку не хватает немножко этого. Я так понимаю, сотого. Так, 6-е сезонье стало. Алла, шпет. Я же говорю, пригласите меня в группу просто и все. Так да мы, не, мы не сможем. Вот тебя не смогут пригласить, блин. Мы же тебя не сможем пригласить, да ты что творишь? А как до этого вы меня пригласили? Объясните мне, пожалуйста. Потому что мы в другом. Потому что это хранитель ключей, у него отдельные условия. Вернее, тут получается для этой, для открытой игры отдельные условия. Короче, все, вот, истязание. Почему опять 7? Для провожатого открытой игры, скорее всего, для лидера. Вот, все. Поставил 6-е. А, ну это грубо. Зачем открытую игру? Потому что надо выставить хранить. Отстань, чей? Просто отстань. А, кстати, ему 3 прогона осталось до сотки. Ему откроется 7-е истязалово.
Вот, поставили, сейчас посмотрим. Ты не, чем может, вот слушаешь? Вот. Так, первый акт, опять же, что там, гиблые поля у нас? Угу. Там типа фиолетовая такая стрелка. Да, кстати, сразу появилась, все, бежим. Он, кстати, рядом прям. Как загружусь, скажу. А я... Успею для него. Блин, ты, кстати, опять у нас будешь отлетать, скорее всего, с этим. Со вторым актом. Ну, кстати, он сдох. Блин, сдох. Ну, вот видишь, осязание слабое, этих. Камни не, ну, плохо прокуют. В общем, нету этих инструментов. Пустой. Оно упало. А, понятно. Змей у тебя? Нету ничего. Понятно, только Халк упал. Пошли назад аккуратненько. Так, второй акт. Ключник. Угу. Нашел. Где он? Долгурский. Блин, кстати, теперь амулет от скупания гораздо проще получается фармить. Чё, блин? А во втором акте не видно. Да видно там все. Я во всех прошелся сам. Но мы в Долгунском оазисе, нету стрелки. Чё за хрень? Не знаю. Я по всем прошел. Да я понял тебя. Хм. Ой, к нам кто-то добавился. Ну ладно, тогда так поищу. А может такого быть, что вообще нет ключника? Не, вроде не может быть. Нет, не бывает, они всегда есть. Теперь наши враги стали сильнее. Гадство. По сути, во втором акте это больше всего нужно, потому что этот гаденыш здесь такие себе эти, блин. Я тебе еще раз говорю, я как бы пошел. Нет, я тебя понял. Соло, вот. Я во всех актах видел. Ну, я тебя понял, но я говорю, вот в данном случае у нас, конечно, лучше бы в первом акте не показал, чем во втором. Потому что это, блин, гадство. Ищите, короче, купол, чтобы был. Да это понятно. Да ладно. Правда? Нужно больше концентрации. Так. Блин, у меня вот... И чтобы еще ключник было написано. Да ключник-то не надо, ну не обязательно. Нам главное его ауру видеть гадскую. Так, 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 здесь чисто, здесь все чисто. 99-й. 99-й у тебя, да? Че почем? Уровень растет, как на друзья. Да, это да, растет весело. Блин, сволочи, короче, нас кинули. Не хватает концентрации. Че там, нет его? Да нету здесь. Ну вот, кстати, всю локацию оббежали, нету. Не, подожди. Еще, скажем так, не всю. Он бывает еще в закоулках гаденыш торчит. Не, я говорю, раньше такого точно не было. То есть, если ты приходишь в локацию, ну как бы вот на карте видишь ключик не зачерт, ну, без галочки, значит, ключник еще не убит. Значит, где-то он есть. Санек правильно побежал. Нужно больше концентрации. Слушай, я и убил столько. Хочу в Диабле маунтов, короче. Маунтов Диабло. А, че, клево же будет. Как раз таки ключников искать. Так. Кстати, да, вон там еще большущий кусок не исследованный. Уху-ху. Так, а нам по этой фигне... А, тупо самих ключников убить, да? То есть да. Не обязательно. Давайте, кто найдет ключника, тут молодец. Я наш... О, вот, появилась стрелка теперь. Может быть, все-таки... Слышишь, змей, может быть, все-таки от расстояния зависит? Может быть. Потому что, видишь, он прям на другом конце был. Ну, больше ногами было побегали, поискали, мне кажется. Вот теперь упало. А мне нет. Ну, тут он вот с ключами, кстати, в этом плане они гадко сделали. То есть они... 100% кому-то упадут и кому-то 100% не упадут. Не упало. Так, чё, третий акт. Каменный форт. С
Собрание стихии упало. Угу. Бодро. Хорошо. Непор. Вот здесь опять не видно. Ну здесь тоже такая локация длинная. Мне, я не знаю, может быть так везло, я во всех видел. Я говорю, видимо, просто зависит от, ну, от того, насколько он далеко. Вот, Софиш появилась уже сразу же, фактически. То есть, вон, видимо, как раз таки вот на какой-то радио, в каком-то радиусе он оказывается. Все, показывают. Но все равно неплохо. Лучше, как бы, чем было ничего. Когда нужно было именно визуальный контакт получить. Ну да. Так, мне показалось, или тут этот прилетел? Слон. Да, мне не показалось. Знаешь, просто такая толпа мобов, иду спокойненько так духами обещали, внезапно что-то влетает и начинает там куролесить. Думаю, что-то тут явно не так. Так, 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 приближаемся. Вот он. Опять упал. Упал. Да. А мне нет. Опять нет? Чё, давай. Мне, что в прошлый раз тоже всех убил, но там, правда, сложность была вторая, может быть, связание, не помню. Что в этот раз? Еще ни одного пока. Да. Чё-то у тебя с аурой не то. Да вообще, карма на нуле. Подзаряди. Опять не видно. Воу, воу, ребята, нет, нет. Вы чё творите? Сейчас слон прилетит, разрулит. Угу. Это было бы неразумно. Так, здесь тупик. Да... Ты скот. Чё, какой дерзкий. Угу. Так, я вниз схожу. Давай перелет. Чё, навигационный модуль зажал? Просто с валуна миллиардно. Нормально. Интересно, что там делают, ну... Как там близы придумывают вообще вот эти вот новые билды там, под, ну, чтобы как бы... Сеты сделать, знаешь, такие, все такие, знаешь, курят, типа, да? А давай барбика прыгуна сделаем, давай! И начинает там думать, чего, как там, не знаю, там. Что у нас там еще такого экзотического есть? Ну вот опять же, монах через ладошку тоже такой довольно-таки экзотичный. То есть, сам по себе бесполезен, но в группе офигенен. Тэпайтесь на меня. Ага, я, кстати, тоже вижу уже стрелку. Блин, только у меня тэпнуться не дают, скоты. Да отстаньте вы от меня. Она сломалась, блин. Господи, я тащусь от этого бабика. Все упали. В смысле упали? Ну что, у меня все ключи, все четыре. А, мне не упал. Ну, Халку больше всех повезло. Мне... Страх последний был, да? По-моему, да, да, ну, четыре да, ключа. Да. В пятом акте ничего нет. Короче, упал. А. У меня вот с второго и с третьего упали. Так. Че, мы эти ачивки сделали, да? Ну, наверное. Смотри, проверь. Да, все сделалось. Остались у нас что? Пройти комплектное подземелье и полностью легендарками обуться. Ну, я обулся уже. Давно уже. Так. Все сломать. Книжку почитать. И валить. Штучки пока уберем. Так. Ох ты. Из чего? Использование умений. А так, чё, опять в ВПшки пойдем или как? Да я думаю вообще перекурить как бы. А,
Ну чё, давайте-то перекурим. Слышь, ребят, я бы... Чё? Да мне бы бастиончик штурмануть бы. Да это, чтобы горнило воткнуть. Одну бабу. А, одну ну эту. Давай с перекура и штурманем. Так, друзья, мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока-пока.